Всем привет! Поздравляем очаровательных леди с праздником весны! Сегодня будет три аппетитных, как женщина, блюда из сыра. Фондю из мягкого сыра. Фондю из твердых сыров. И в завершении оставим фантастическое, самое вкусное в мире сырно-картофельное пюре Алиго. Подписывайся и наслаждайся просмотром. Бри или камамбер. Последний, нежный и сладковатый на вкус, может отпугнуть новичков. Французский поэт Леон Поль Фарк охарактеризовал его аромат как запах ног Бога. Мы, как новички, приготовим фондю с изысканным и пикантным сыром бри. Стоит учитывать, что он очень полезный и рекомендуется даже аллергикам. Однако продукт нельзя вводить в рацион детей раньше 10 лет. Итак, помещаем головку сыра внутрь хлеба, накрываем съедобной крышкой и возвращаемся к картошке. Берем шпажки, нанизываем на них просто картофель и картофель в беконе. Теперь втыкаем шпажки в хлеб. Отправляем хлеб в духовку до тех пор, пока сыр не расплавится. Какой милый ежик получился! Пришло время удивить близких праздничным обедом. Переходим к фондю из твердых сыров. Самое главное в приготовлении этого блюда – сыры, которые легко плавятся. Например, эмменталь, маасдам, грюйер, конте, моцарелла или более экономичный чеддер. Мы взяли 125 граммов сыра маасдам и 125 граммов сыра грюйер. Любым удобным способом измельчаем сыр и перекладываем в тарелку. Добавляем 1 столовую ложку крахмала, чтобы избежать расслоения массы, немного мускатного ореха и все перемешиваем. Разрезаем пополам зубчик чеснока и натираем стенки сотейника. Важно, чтобы посуда для фондю имела толстые стенки. Наливаем 125 мл белого вина и ставим на огонь. В кипящее вино добавляем в несколько этапов сыр, постоянно помешивая. Ждем, когда сыр и вино превратятся в одно целое, и снимаем с огня. Заранее готовим гренки из багета. Натираем хлеб чесноком. Разрезаем на кусочки. И отправляем в духовку до образования легкой золотистой корочки. Вкуснейшее фондю подают вместе с гренками, хлебными палочками
либо с овощами. Если не можешь никак привыкнуть ко вкусу полезного сельдерея, тогда стоит попробовать его в тандеме с сырным фондю. И, наконец, фантастически вкусное олиго. Это маленький шедевр средневековой французской кухни. Для него нам понадобится 500 граммов картофеля, 150 граммов моцареллы и 150 граммов сыра чеддер. Их можно заменить сыром сулугуни. Еще берем 100 мл сливок, 30-50 граммов сливочного масла и 1 зубчик чеснока. Во-первых, отвариваем картофель до готовности и делаем пюре. Во-вторых, натираем сыр. В-третьих, в готовое картофельное пюре добавляем сливки, масло и мелко нарезанный чеснок. Подогревая на медленном огне, добавляем щепотку соли. Весь секрет воздушного олиго заключается в той искренней самоотдаче, когда ты активно помешиваешь пюре в течение 10 минут. Сыр и картофель должны сойтись в единую эластичную текстуру, без комочков и характерных ниток. Как только олиго начнет вот так растягиваться, оно готово. Будьте готовы, что картошка потеряет свое волшебство, когда остынет. Традиционно олиго подают с мясом и лучше в первой половине дня. Приятного аппетита и до вкусных встреч!